знаешь, сколько твоему папе лет? Да, знаю, 9. Да, а почему 9? Ну, он же стал папой, когда я родился. Привет, Василиса и Катя. Привет, Аилу. Привет. Василиса, Катя, кто может привести пример удивительного совпадения? Я. У моего папы и мамы была свадьба в один и тот же день. Милен, помнишь, ты мне советовала досчитать до 100 тысяч, чтобы уснуть? Ну и как, уснул? Нет, пока считал, наступило утро. Ануар, когда у тебя день рождения? 31 февраля. Так не бывает. Бывает. Лидерки, я тебе не мешаю, что ты левша? Нет, у каждого человека есть свои недостатки. Вот ты, например, какой рукой размешиваешь чай? Правой. Вот видишь, а нормальные люди мешают ложечкой. Айру, почему тебя вчера не было в школе? Мой старший брат заболел. А ты-то тут при чем? А я катался на его велике. Султан, если на тебя нападут хулиганы, что будешь делать? Я их не боюсь. Я знаю карате, бокс и дзюдо и другие страшные слова. Султана крапива кусается? Ну да. А как она лает? Гав-гав. Будешь? Да, буду. Какое волшебное слово? Да еще. Рауль, раз ты ходишь в школу, сколько будет 2×2? 4. Вот тебе 4 фишки. Эх, а если бы я знал, я бы сказала 16. Милена, а почему львы едят только сырое мясо? Потому что они готовить не умеют. Девочки, а какое, по вашему мнению, должна быть идеальная школа? Я не знаю. Идеальная школа должна быть заперта. Рауль, как стать писателем? Да, как стать писателем? Нужно уметь писать. Рауль, а какие зубы у человека появляются последними? Искусственные. Почему ты пишешь так медленно письмо бабушке? Ничего страшного, ведь бабушка тоже читает медленно. Калин, а что себе папа подарил на день рождения? 4 рогатки. Перестань шутить, я тебя серьезно спрашиваю. А я и не шучу. Мой папа единственный стекольщик во всем районе. Калина, а кем ты хочешь стать в будущем? Ученым-орнитологом. Это тот, кто изучает птиц? Ага, хочу скрестить голубя с попугаем. А зачем? Если голубь заблудится, чтобы он мог спросить дорогу домой. Мальчики, а что такое сколиоз? Что ты спросила? Когда? Во сколько? Сейчас, она сказала. А что мы тут делаем? А ты кто? О, как ты красиво нарисовал! У меня аж аппетит разыгрался. Аппетит? От восхода солнца? В смысле? А я думал, ты нарисовал яичницу. Мальчики, а какой предмет вам больше всего нравится в школе? Мне больше всего нравится звонок. Дом. Столовая. Последний урок. Олег, а где твой дневник? Я его родителям отдал. А зачем? Чтобы родителей попугать. Я недавно на школьных соревнованиях пробежал 2 километра за 1 минуту. Врешь! Это же лучше мирового рекорда.
Да, но я знаю короткий путь. Саша, а что такое этикет? Это умение надевать закрытым ртом. Даша, а что такое мысли? Мысли – это когда ты думаешь про себя. А если ты думаешь про других? Тогда это сплетни. Демид, а что если верблюд окажется в тайге, а полярный медведь в Африке? Белый медведь растает. Даша, а ты видишь, как автобусы загрязняют окружающую среду? Да, вижу. Тогда он, получается, будет загрязнять окружающий четверг? Нет! Дети, а какая личность историческая вас больше всего потрясла? Наполеон. Александр Македонский. А моя историческая личность – мой отец, когда увидел дневник с двойками. Даша, куда эти все дяденьки бегут? Кто добежит первый, получит приз. А, понятно. А зачем тогда остальные бегут? Поехали. А что говорить? В смысле? А я думал, ты нарисовал яичницу. Скорин, Скорин, снимите меня. Снимаю. Чего? Нет. Чего? Чего? И ты сказал. И потом ты сказал. Говори. Чего? Чего? Все, начинаем. Демид, а что если... А что если... Да, ну ладно. Поехали. Ну что ж, есть. Значит, он будет